Завтра все россияне могут стать очевидцами частичного солнечного затмения. Солнце будет закрыто примерно на 60%. Наглядно увидеть, как пройдет это уникальное планетарное явление, можно будет на площади возле польского корпуса УГУ в 12 часов. Будем надеяться, что погода не подведет, и Алла Новоженина завтра расскажет подробности, покажет оригинальное видео полного затмения, снятого с особой точки.